Привет, мальчики и девочки! Добро пожаловать в «Что это?», где мы изучаем новые слова на русском и английском. А, давайте посмотрим, какие сегодня мы будем изучать слова. Сегодня наша тема будет «Домашние животные». Это животные, которые живут рядом с человеком. И на английском это звучит «domestic animals». Угадать новое животное и выучить новое слово на английском. Что это? А, что же это? Это щенок? Нет, это не щенок. Нет. Может быть, это котенок? Нет, это не котенок. Кто же это? Это маленький желтый цыпленок. Как на английском? Chick. Цыпленок. That's right. Chick. Да. А кто мама? Курочка у цыпленка. Да, чикен, курочка. А папа петух, рустер. Да. И цыплята вылупляются из яйца. Яйцо. Да, и они маленькие, такие желтенькие цыплята. Малыши тоже любят спать. Им очень важно чтобы тепло было. И поэтому мама-курочка, она их всегда окружает заботой. Она их держит под крылышками, маленькие, когда цыпочки. Так, окей, давайте попробуем отгадать следующее животное. Следующее животное. Кто это? Кто же это? Это ли котенок? Нет, это не котенок. Нет. Может быть, это цыпленок? Нет, это не цыпленок. Нет. Это... Не знаю, это поросенок. Как ты говоришь поросенок? Пиглет. Правильно. Это поросенок. 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 Да. Да. Мама свинка, да? Видишь, они могут быть разного цвета, но обычно они розовые. И они очень чистые животные. Они только любят в грязи укрываться, чтобы защищаться от солнца палящего. Они используют это как защиту от солнышка. Пятачок. Как на английском пятачок? Да. И они могут плавать. Существует остров, где есть свинки, которые плавают в воде. Это все на сегодня. Не забудьте подписаться и поставить лайки. Пока-пока.